хрена не показывает, дороги толком не показывает. Дорога, да, такая. Там кусочек. Че он вправо поехал? Или это он, чтобы нас запутать? Хочет оторваться, мне кажется. Там по прямой лучше было. Слышь, такие люди, экстремалы, людей реально тут возить в кузове, блин. Ну я почкал, блядь, в кузове ехать. Ну да. Пристёгнут. Ну, лёгенький вообще. Ну, что лёгенький? Столько людей в кузове, то все, что там у тебя лежит, весит ну, меньше. У нас бампера лебёдки тут со сраной. Да все равно. Вот объезд обычный был.